Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Freestyle Games. У нас Тоха выходит немножко на день позже, но в принципе ничего страшного. Великая арена. Второй раунд. Первый раунд второго брекета. Напоминаю, что всего теперь у нас по три брекета будет. И в соперниках у нас Педрао ТХЛ. Вот здесь сразу встает вопрос. Либо он нас Педрао, либо мы его Педрао. У него есть палач, что нормально. И есть 5 легенд. Что не очень нормально. Так, а палач... Где? R8 пиет. Это нас уже радует. Охотники за головами. 5. 5. Отлично, отлично. То есть, в принципе, можно потягаться. Это не R7, это не R9. Поэтому, в принципе, поиграем. Я думаю. Сейчас посмотрим, как он нас педрау, а потом мы его запедрау. 1800. У него были фейлы, значит. Единственный вопрос только, где и сколько. Если брать мою великую арену, то, скорее всего, фейла было 2. Либо он супер грязно зачищал. Одно из двух. Потому что мой соперник меня зачистил на 1846 без фейлов. Ну, кстати, тут я тоже пока фейлов не вижу. Наверное, флот. Наверное, флот и все-таки империя. Нет. Нет, просто очень грязно. При наличии 5 легенд. Значит, у него плотненький деф. Давай смотреть. Здесь мы видим Гривуса. С BB8, кстати, на секундочку, что не есть хорошо. Охотников с Омикрон зам. Амиквай. Так, ну эти ситхи не очень. И внизу у нас легенды, судя по всему. Так, жуки полностью в реликах. И 3 легенды. С датакронами все. И что делать? Но вообще ЛВ на самом деле не такой уж-то сильный. А у нас вообще какие легенды? Млюк, легенда Палпатин и МДК. Ну, допустим, МДК я на МДК пущу. Млюка на СЛК... Нет. Бляха, во шляпа. Где мандалорцы? Кузнеца нет. Легенда Палпатин ЛВ не заберет. Ай, а что делать? Как мне эти 3 легенды теперь проходить? Ну, легенду Палпатина на ЛВ отправлять, ну это ж тахинея полнейшая. На СЛКР тоже, потому что нет нужных мне персонажей, чтобы контру слепить. На МДК такая же фигня. Я могу, в принципе, на ЛВ пустить МДК. А, ну блин, а как? Во шляпа. Подожди, а если я на ЛВ пускаю Палпатина, то у меня какие ситхи есть вообще в принципе, чтобы туда завалиться? Мол, Сидиус, Дуку, Дарт Талон. Весело. Не, я не знаю, что делать, серьезно. Прям реально в ступоре. Я просто МДК могу забрать за Млюка. На ЛВ пустить МДК. Но остается СЛКР.
СЛКР за легенду Палпатина забирать, ну, есть варианты, но не в моем случае. У меня просто нет пачки. За Сревана Ирлюка пробовать раскидывать. Так мне Ирлюк тогда понадобится там. Под Млюка. Ого. Так, а что нам говорят контры? Не, ребят, походу мы тут надолго. Либо я сейчас просто-напросто сольюсь махом. И все. ЛВ, Лорд Вейдер. Ну, за МДК, за СЛКР, которого у нас нет. Охотники. Тоже нет. Там Феник нужна. Феник у нас нет. Млюк. 65,3%. А, подожди, а кто у нас из ГР есть? Ой, из джедаев. А, ну опять же Кам нужен, которого у нас нет. Не есть хорошо. Так, а какие контры есть по МДК? МДК, МДК, ну это понятно, зеркалом. Легенда Палпатин. Нам нужен кузнец. У нас нет кузнеца. Ват, Траун, Альфа. Попробовать-то, конечно, можно. Но есть у меня предчувствие, что мои пробы... выльются мне боком потом. Типа я возьму так. Типа я возьму... Трауна. Альфу. Вата. Ну, бляха, кузнеца нет. Вишь, не вишь. Нет кузнеца. Если контрить за Млюка, то нужен по-любому Рлюк. И Среван еще нужен. Так, контры СЛКР. СЛКР с вероятностью 77,9% за Сревана можно зачистить. Среван, Бася, Отшельник, Рлюк. И старичок Бен. Просто если рисковать таким составом, то кого можно еще сюда подпихнуть, если нет кузнеца? Танка какого-нибудь взять? Опять же, встает вопрос, какого? Если я возьму танка, то в него может прилететь кошка просто-напросто. То есть хорошего танка сюда не взять. Если только, например, вот такого танка, потому что он нам тут, в принципе-то, не особо нужен будет. Я не знаю, пацаны. Вариантов нет. Ну, просто реально вариантов нет. Если заберу кошку, то уже что-то куда-то. Но я что-то сильно сомневаюсь, что я ее заберу.
5% здоровья и защиты в начале каждого хода, восстанавливает еще 5% защиты, если это персонаж сепаратист. В начале хода восстанавливает персонажа 30% защиты и снимает с него все отрицательные эффекты. Танки получают провокации, когда у них есть защита. Вот это вообще бесполезная хрень. То есть надо либо защиту давать, 30% защиты и снимает все отрицательные персонажи, эффекты. Либо 5% здоровья и защиты. Наверное, все-таки таким образом. Вязать надо кошку, тут без вариантов. Хотя через осоку получится, по идее, быстрее. Наверное, я сделаю вот так. Таблетку я кину сюда. А, здесь все равно это не работает, хрень. Не, не успею в ульту перейти. Да, и они сразу начинают Палпатина лупить. Ну супер. Ну нет, 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 нет. Бейте любого, только не Палпатина. Очень вас прошу. Да вы издеваетесь. Сука, ну вот именно, вот, ну... Один ход, один ход, один. Я бы ультанул, забрал бы кошку и ГК. Все. Один ход, сука. Ну как же так? Кого еще сюда можно подкинуть? Здесь нет мола, то есть это не так страшно. Не знаю. Это будет самая короткая великая арена. Судя по всему, слишком долго думали. Но по идее там одного хода не хватило. Вот просто один ход, и было бы все на самом деле гораздо в разы лучше. Но нет. Таблетку, блин, вот я на альфу дал, а таблетку же было вообще бессмысленно давать. Там же не работает манипуляция со шкалой хода. Вот, можно было, наверное, кинуть аптечку. Но с другой стороны, помогло ли мне это бы? Да хер знает, но одного хода реально, просто одного хода не хватило. Да ну перестань, я только сбросил все говно. А сюда можно было Борис даже не брать. Мне интересно вот что. Нам Люк сможет МДК забрать без Рлюка? Мне кажется, не сможет. Тупо банально урона не хватит. А
опять же, если на СЛКР заходить, то кем? Сревон, Бася, вот все остальные. Ну, типа, открывают джедаев. А, Сревон, Рлюк. Бася. Кто там были в контре? А, старичок Бен. Ну, попробовать можно, но я же тоже не особо-то в этой контре разбираюсь. Датакроны еще такие себе. Надо пробовать. Бляха, от сандалика. О, уже спасатель сработал, сразу же. Ну, круто. А типа Йода тут, ну, никчемный, да, персонаж? Я понял. А можно, пожалуйста, не бить? Я, наверное, допустил ошибку, да? Наверное, надо было сразу же просто бить Кайло Рена. Минус Сревон. Я понял. А, сейчас урона не хватит просто-напросто. Да. Надо было сразу его бить. Я не думал, что Рлюк может так нормально понакидывать. Угу. Это невозможно. Я вот прям уже чувствую, как у кого-то пальцы горят, комментарии парочку гневных написать. Я второй раз, по-моему, вообще этой контрой играю, но до меня только потом доперло. Рлюк бьет очень больно, надо было сразу кидать метку просто-напросто в Кайло и выносить его к херам. По идее. Ну, наверное, да. А чё, все? Игра сдохла? Сегодня мы играть не будем больше? Игра? Подождем. Нет, выдала ошибку подключения к сети, но, тем не менее, как бы нормально. Вот как? Кем добирать? Без Рлюка, мне кажется, это вообще система работать не будет. Гэса сюда брать, бляха, ну я целый пак потеряю. Хотя, опять же, Сревана потерял. Клонов мне потом с кем отправлять? Шакти, если я сюда запихну, Гэса запихну, кем? Супер экономный, да этот вариант не сработает. Я, конечно же, пойду. Потому что терять мне уже нечего, просто-напросто. Да и добивать особо некем. Угу. А, ну там понятно. Весело. Весело, весело, встретим Новый год. Кстати, рваная броня не ложится. Прикол. Почему, интересно, так?
Ага, нашли самого слабенького. Конечно же, почему бы Эзру не подолбить? А, отшельника? За что? Бляха, а какой смысл тогда от призыва? Спасибо. Ну я же только что... Ну... О, сволоты, конечно же. А вот и рваная броня. Здравствуйте. Давай вот так. Он же когда базовый бьет, вроде как откатывает себе обилки. Ну нет, тут рулюка надо. Мне кажется, с рулюком было бы дело. Без него это вообще не имеет смысла. А, и минус шакти. Я понял тебя. Не-не-не-не-не, только не его, только не его, только не его. Пусть он воскресит, пацан. Спасибо. Спасибо, 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 господа. Спасибо, спасибо. Ёб вашу. Тут невозможно никого убить, мне просто не хватает урона, у меня его нет. Весь мой урон сосредоточен на отшельнике. А отшельника урона не хватает. Это нужен рлюк. Ох. Как это получилось? Внезапно. По времени не успею. Да, ну ладно, автобой включаю. Надо было, наверное, немножко пораньше его включить. Ну слушай, в принципе, я, если честно, немножко удивлен. Я не думал, что вообще что-то смогу. Но опять же, у меня две недобитые легенды. И добирать мне их нечем. А если я их кем-то доберу, то тогда у меня, в принципе, пачек не хватает. Падмы с кем? Ни с кем. Вампа. Ну, можно было бы, но нет. Бляха, не, серьезно, вот, вот как мне этих двух легенд добирать? Да. Я не знаю, уже все, у меня уже мозг поплыл, еще как только я увидел трех легенд. Поэтому Тоха, наверное, смеялся, когда писал «давай, заходи». Бляха, он все знал.
Он знал, что здесь Мапупа, поэтому он и смеялся. Ага, именно его, именно его. Ну, допустим. Да. Да нет, тут не хватит, в принципе, по этим самым, по пачкам мне потом уже тащить. К сожалению. Я даже не уверен, что этот пак затащит. Я не знаю, я просто его взял, исходя из того, то, что он из оставшихся самый сильный. Все. А я еще радовался, типа, о, палач, на равных подеремся. Подрались, ебать. На равноценных, на равнозначных, прям по самые не балуйся. Только не надо мне сейчас выдавать ошибку сети. Не надо вылетов, я тебя прошу. Вот если ты сейчас вылетишь, я с тебя просто нахер выйду и не зайду в ближайшие сутки. Ты понимаешь это или нет? О, испугалась, уважает. Или что, может забрать этого дурачка сразу, чтобы он чисто не мешался? Чубаку, ну какая ты сволочь, а? Ну за что Чубаку-то? И что это только что был? Да. Ну плохо, что, пацаны, я понимаю, что плохо. Палпатин сволочь подвел. А с СЛКРом я сам виноват, потому что нет опыта, нет практики. Нет опыта, нет практики, нет тактики. Жесткие жуки. Офигенно жесткие. У меня триумвира тоже жесткие. А почему я Дартала не взял? Блять. А, так это получается охотникам, охотников зам я тоже не закрываю, потому что нет повстанцев. И с Ревана нет, а имперские штурмовики не обгоняют. Ну все. Ладно, ладно. Не отчаливай, не отчаиваемся, а отчаливаем. Вся. Да не, нормально на самом деле. Просто он, видимо, прочекал легенд и поставил именно тех, кого будет сложно закрывать. Потренироваться, опять же, в контре против СЛКР, ну никак нельзя. Ну нету у меня возможности, потому что на арене просто-напросто нет СЛКРов. Там одни МДК. Спасибо. Спасибо. Нет, нет, это все хуета, серьезно. Был пак, и тот ушел в небытие. Поэтому просто-напросто в топоньку и в попоньку. Продолжим в следующей серии. Так что, если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях, ставь лайки, если понравилось. Хотя нихуя. Большое спасибо, что посмотрел. И да пребудет с нами сила.